Я не выжил. Я остановился здесь. Это называется Potato Farm. Как вы видите, вот этот трактор называется John Deere. Знаменитый трактор. Так. Зачем я сюда решил прийти? Potato Farm – это картошка. Это картошка. Значит, вот эта компания, вот эта фирма существует с 1883 года. Я еще раз повторяю, 1883 год. Ленину было 13 лет, когда они здесь обосновались. Вот. Значит, если мы вот так посмотрим сейчас. Вот это картофельное огромное поле. Ребята, я сейчас скажу вам номера. 3000 акров – это поле. Это вся ферма, 3000 акров. Работает 15 человек. Продукция картошки составляет порядка, они сейчас назвали, 4 миллиона килограмм картофеля. 4 миллиона килограмм картофеля. И вот сейчас она, как вы видите, она сейчас цветет картошка. Абсолютно ровные ряды. Они говорят, абсолютно все механизировано. Абсолютно все. Вот. Вот такие дела. Вот. Но мы, конечно, купили у них картошку. Не купили, мы пришли, сказали, что здесь можно купить картошку, а люди покупают картошку у фермеров. Это очень модно, потому что кажется, что там поддерживаешь местного производителя и так далее. Вот. Они нам дали, кстати, маленький мешочек, килограмм 8, наверное, бесплатно. Просто как, ну, они, мы им понравились. Мы задавали очень интересные вопросы. Мы им понравились. Вот. И... Ну, что я хочу сказать. Конечно, производительность труда меня просто поразила. Поразила. То есть, я еще раз говорю, я не помню, как пересчитать акры. Запомните, 3000 акров, работает 15 человек, 4 миллиона килограмм картофеля. 4 миллиона, окей? Я не мог в это поверить вообще. Так что вот такие пироги. Спасибо за внимание. До следующих встреч.